Самый простой рецепт теста для отпечатков ручек и ножек вашего малыша. Берем 1 стакан соли, 1 стакан муки и 0,5 стакана теплой воды. Если тесто будет липнуть, добавьте немного муки. Если слишком сухим, немного воды. Из полученного теста мы лепим любую понравившуюся вам форму. Мы выбрали форму сердца. Далее мы аккуратно прикладываем ручки и ножки малыша, продавливая каждый пальчик, чтобы рисунок был ярче. Изделие мы кладем в духовку, запекаем при температуре 100 градусов в течение 3 часов. Чем тоньше слой, тем меньше температура. Готовое изделие я промазала акриловой краской. У нас краска бронзового цвета, вы можете выбрать любой цвет, который вам больше нравится. Итак, у нас получаются очень красивые отпечаточки своими руками. Всем спасибо, буду рада лайку и вашей подписке. До новых встреч, друзья!